Всем привет! На днях получила посылочку с сайта Ahrefour и спешу поделиться с вами видеообзором. В этот раз стоимость посылки была около 200 долларов. Было очень много батов. Посылка дошла в целости, в сохранности, ничего не пролилось. Примерно за 4 дня. То есть в понедельник я ее заказала, в пятницу получила. То есть в Молдову по DHL Express доставке доходит, можно сказать, почти мгновенно. Если учесть, что доставка идет из США. Так, что было в этой посылочке? Две масочки AirSense с оливой, авокадо. Очень хорошие маски. У меня была мини-версия, здесь 170 грамм. У меня же была масочка, по-моему, 60 грамм. Очень хорошая, мне понравилась. Волосы после нее такие очень приятные на ощупь. Вот, заказала сейчас их девочка, действительно оживляет волосы. В общем, это маска, когда нет времени возиться с какими-то натуральными масками, там мешать какие-то масла, что-то там придумывать. Вот, вполне отличная альтернатива натуральным маскам. Конечно, в составе есть какие-то все-таки дополнительные, в общем, вещества химические, но по своему действию масочка очень хорошая. Цена у нее меньше 8 долларов, ну, хватает ее очень надолго, потому что вполне достаточно раз в неделю делать такую маску, и я даже не могу сказать, сколько по продолжительности эта маска у меня жила. Ну, конечно, очень хорошая покупка, всем рекомендую. Вообще из масок для волос это одна из таких экономичных и при этом имеющих какой-то эффект. Дальше заказала тоже девочке фирма Gero Formulas. Это активированный кремний, Gero Seal он называется. Это аналог Биосила, который тоже продается на iHerb, но Биосил он такой не очень демократичный по цене, там достаточно дорогое удовольствие. Там, по-моему, баночка на 30 мл около 25 долларов стоит. Здесь же баночка на 60 мл стоит 17 долларов. Есть баночка поменьше, в два раза меньше, 30 мл, но она стоит 11 долларов с копейками, и это не очень выгодно. Этот же получается намного выгоднее. При том, что состав идентичный, но количество в два раза больше. Значит, дозировка здесь пишут 10 капель на стакан воды по утрам. Я тоже, кстати, принимаю этот Gero Seal, поэтому, когда мне что-то рекомендуют, просят порекомендовать для роста волос, ногтей, я обязательно рекомендую активированный кремний, потому что он действительно очень хорошо помогает для роста ногтей. Ну и волосы, и состояние кожи улучшает. В общем, кремний это вообще строительный материал для наших волос и ногтей. Поэтому, если у вас есть какие-то проблемы, обязательно присмотритесь к активированному кремнию. При том, что у него очень хорошая цена. Хотя вот девочки мне писали, что 10 капель это маленькая дозировка. То есть в 10 каплях мы имеем 4 миллиграмма кремния. В том же Биосиле мы уже употребляем два раза в день по инструкции и получаем 10 миллиграмм. Как бы, если вы хотите употреблять 10 миллиграмм, тут в том дело, что здесь именно в инструкции написано, что употреблять 10 капель в день. То есть здесь не написано, что в двойной дозировке. Но если вы хотите большего эффекта, я думаю, от двойной дозы в день вреда не будет, а будет только польза. Вот, ну, необходимо принимать продолжительное время, ну, как вы понимаете, здесь, значит, хватает баночки на 120 дозировок, то есть 4 месяца поддержки ваших ногтей, кожи, волос, я думаю, за такую цену 17 долларов это очень неплохая цена. Дальше вот такая вот Kroger Herb, это комбинация с полынью, это глистогонное средство для взрослых, потому что здесь смесь различных трав, здесь в составе черный орех, полынь, клевер, еще две непереводимых травки, ну, в общем, средство очень хорошее, одной такой баночки хватает
на 16 дней приема. Принимается по 2 капсулы 3 раза в день до еды. То есть 6 капсул в день, вы понимаете. Если же я тоже принимала это средство, и хочу сказать, что если вы испытываете какой-то дискомфорт, принимая это средство до еды, то можете принимать его после. Я думаю, что все равно паразиты, которые обитают внутри вас, будут не рады ему, но при этом желудок будет более адекватно на него реагировать, особенно у тех, у кого есть какие-то проблемы с там, гастрит или язва. Я думаю, что после еды он легче будет ложиться. Вообще это касается всех БАДов. Если вы испытываете какой-то дискомфорт, и в инструкции написано, что принимает до еды, попробуйте после. Вполне возможно, что ваш организм на это лучше отреагирует. Цена $8.68. Значит, курс вот 16 дней. Ну вот говорят, что там из яиц и глистов вылупляются новое потомство через 21 день. Я вам хочу сказать, что вы не истребите всех паразитов. Да? Они все равно у вас будут. Вы не забывайте, что цикл жизни паразитов заключается в том, что они выходят из организма и снова в него заходят. Понимаете, это... То есть вы все равно имеете риск постоянно его... Риск заражения паразитами. Поэтому не нужно там обязательно повторять курс, хотя раньше, да, я рекомендовала там через 21 день, да, как от начала приема опять повторить. Этого не стоит делать, потому что от паразитов вы все равно не избавитесь. Нужно контролировать их численность. При этом не забывайте, что черный орех, что полынь, это своего рода яды, да, они действуют на паразитов отрицательно. То есть если вы будете свой организм очень долго употреблять эти яды, то вполне возможно у вас пойдет плохая реакция со стороны печени, со стороны вашей выделительной системы, потому что все-таки яды эти нужно нейтрализовать. Ну, конечно, в первую очередь страдает печень. Вот, поэтому не стоит прям увлекаться этим делом. Раз в полгода максимум провели такую чисточку, купили баночку, пропили и все, как бы. Не нужно заморачиваться, вот внутри меня паразиты, какую-то фобию. Паразиты живут у всех, поэтому напрягаться не стоит. Единственное, что нужно контролировать их численность. Дальше переходим к омеге. Есть вот обычная омега, омега-3, и есть фирмы Natural Factors, RX-омега. То есть здесь уже идет смесь растительной омеги и омеги из рыбьего жира. Здесь омега 3 и 6 идет. Что хочу сказать, вот это называется не зря Women Sense, то есть это омега, которая как раз разработана для женщин, для женского здоровья, потому что здесь идет комбинация рыбьего жира, масло примулы вечернее, это его вообще называют маслом красоты, и масло семени льна. Тоже очень полезное масло для женской, как раз женского здоровья и женской красоты. Мне это вообще омега очень нравится. Во-первых, Natural Factors — это очень хорошая фирма, канадская. У них обязательно есть сертификат ГМП. Вообще этот сертификат очень важен, потому что вы можете быть уверены, что в составе не пустышка. То есть этот продукт проходит сертификацию, кто-то проверяет его состав, да, действительно, что вот здесь вот написано то, что заключено в капсулу. Поэтому все-таки стоит выбирать такие более хорошие фирмы при выборе БАДов. Значит, принимать необходимо 2 капсулы 1-3 раза в день. Это по инструкции. Ну, 2 капсулы в день вполне достаточно для поддержания женского здоровья, женской красоты. Вообще, жиры имеют очень... важное свойство. Из них продуцируются гормоны, то есть они необходимы нам. То есть если вы употребляете мало жиров, да, там сидите на какой-то диете, то обязательно стоит употреблять вот такие вот масла, именно полезные, омега-3, которые будут помогать вашим гормонам, в общем, вырабатываться правильно, потому что если вы получите гормональный сбой, то, поверьте, красоты у вас не прибавится, даже при том, что вы похудеете и станете стройнее, но красота все-таки уйдет. Поэтому для того, чтобы гормоны женские шли как надо, употребляем масло примулы, масло льна,
омега, масло, о боже, масло, рыбий жир. Не менее должно быть поступать омега-3 жирных кислот в организм не менее 1 грамма в день. Но я уже говорила, что не больше 3 грамм в день тоже не стоит передозировать это средство, потому что все-таки оно разжижает кровь. И даже вот недавно читала исследование, что вот там у чукчи и у эскимосов, которые едят много вот этой рыбы, с большим содержанием омега-3 кислот, у них очень часто бывают вот такие вот кровотечения какие-то. Да, у них не бывает сердечно-сосудистых заболеваний, да, потому что там сосуды чистые, но при этом бывают кровотечения из-за того, что кровь слишком жидкая. Это же омега, у меня ее заказали, кстати, 3 баночки, потому что она, во-первых, большая упаковка, 200 капсул, и очень выгодная, там $7.79. Выгодно по цене, хорошая по качеству, но Foods тоже имеет сертификат ГМП. При этом она молекулярно дистиллирована, то есть очищена от тяжелых металлов и каких-то загрязнений. И это очень важно, особенно для рыбьего жира, потому что вы понимаете, что моря, океаны сейчас очень загрязнены, да, и как-то не хочется тяжелые металлы, да, из наших морей и океанов употреблять вместе с рыбьим жиром. Как бы хотим получить пользу, а получаем наоборот вред. Поэтому должна быть обязательно пометка, что оно молекулярно очищено. Дальше две баночки. Это гинкго билоба разных производителей. Опять же Natural Factors канадский и Doctor's Best. Здесь выгодная очень баночка у Доктора Беста. 120 капсул по 120 миллиграмм. Стоит $7.89. Очень выгодно, но хочу сказать, что у доктора Беста сертификата ГМП нет при этом. Поэтому задумайтесь. Хотя фирма неплохая, я очень много их добавок беру, но все-таки сам факт, что добавки никто не сертифицирует. Здесь же этот производитель намного лучше, да, но здесь всего лишь 60 капсул по 60 миллиграмм, то есть для взрослого человека необходимо принимать 2 капсулы в день, при цене такой же, эта баночка всего лишь на месяц, то есть чувствуете разницу 4 месяца и месяц, но хочу сказать, что фирма Natural Factors, она того стоит, завышенная цена, потому что добавки намного эффективнее, на себе уже не раз проверено. Для чего нужен вообще гинкго? Гинкго билоба для чего нужен? Он это такая вот травка, которая улучшает, разжижает кровь, благодаря этому улучшает мозговое кровообращение, да, то есть улучшает какие-то ментальные функции человека, то есть лучше работает мозг, яснее мысли. При этом, так как у нас кровообращение идет не только к голове, но, допустим, к конечностям, к ногам и так далее. Его также рекомендуют принимать при варикозе для улучшения кровообращения. Поэтому кому что? Ну, как бы всем он не повредит. Единственное, что если у вас проблемы со слишком, ну, какие-то с кроветворением, да, стоит проконсультироваться со специалистом. Вот. Но вообще он хорошая замена вот как раз аспирину, вот такому, для разжижения крови. То есть вот такой вот природный, можно сказать, аналог. Но при этом хочу сказать, что вот как раз вот эти вот добавки, аспирин и гинкго, они несовместимы, потому что аспирин разжижает кровь, и гинкго разжижает кровь. И вместе они могут слишком, в общем, дать эффект, поэтому вот как раз гинкго вместе с аспирином принимать нельзя. Вообще любую добавку, когда вы собираетесь начать принимать, необходимо прочитать в интернете всю максимальную информацию, доступную по ней, чтобы понимать все побочные эффекты, для себя оценить. Может быть, там какое-то из ваших хронических, да, заболеваний именно как раз противопоказано для этой добавки. Так, аспирин. $4.50, 300 таблеток аспирина, вообще это супер цена. Я уже вот заказывала в прошлых посылках, вот присутствуют они у меня уже практически в каждой посылке, потому что очень выгодно.
за такую смешную цену, в общем, на год аспирином, при том, что это аспирин в кишечно-растворимой оболочке, то есть он не влияет негативно на желудок, растворяется в кишечнике, потому что, как вы знаете, аспирин, ну, может разъедать слизистую желудка, плохо на нее действовать. Вот, поэтому необходимо именно употреблять аспирин в кишечно-растворимой оболочке. И дозировка у него как раз сердечная, 81 миллиграмм, хотя для людей более тучных, можно сказать, как бы с весом, этой дозировки будет мало. Поэтому прежде чем принимать аспирин, необходимо проконсультироваться со своим врачом, либо терапевтом, либо лучше всего, конечно, кардиологом, чтобы он вам подобрал дозировку нужную для приема аспирина. О, прям сам хочет. Это лактобиф, пробиотики, 10 капсул по акции шло за $1.5. Я взяла, потому что мне очень нравятся эти пробиотики. Во-первых, тут 5 миллиардов бактерий в одной капсуле, да. И здесь различные штаммы, 8 различных штаммов микроорганизмов, 5 лактобактерий и 3 бифидобактерии. Очень хорошо он помогает при каких-то вот проблемах с кишечником, поэтому я всегда беру, если там деткам подавать, вообще идеальный вариант. У меня детки уже прям эти капсулы грызут без проблем. Вот дочке младшей 3 года будет сейчас, она, наверное, с 2,5 лет эти капсулы, она их называет пых-пых. Потому что, когда она их разгрызает, они такие, порошок вылетает. Ну, глотать не может, хотя бы так. Потому что деткам маленьким можно и в ложку высыпать, да, там, размешивать чем-то. Но она вот так вот просто их грызет и запивает водой. Для цены $1.5 очень выгодная цена. Кстати, эти бактерии подорожали. Они стоили, по-моему, 60 капсул около $8. Сейчас уже около $10. То есть капсулы хорошие, действительно. Помогают, и, соответственно, цена выросла. Дальше глюкозамин. Девочка заказала 2 упаковки. Это глюкозамин сульфат. В составе глюкозамин 170 миллиграмм в 2 капсулах. Боже мой, не то читаю. Глюкозамин сульфат 1500 миллиграмм. Думаю, боже, почему так мало? 170 миллиграмм. 2 капсулах, то есть в одной капсуле 750 миллиграмм, то есть, ну, где-то 2 капсулы в день, это максимальная дозировка, что можно употреблять. Смотрим по инструкции. Не вижу я инструкции. Ну, 2 капсулы во время еды. Во время или без еды, тут без разницы. Доктор Бест тоже компания. 180 капсул в одной упаковке. Этот глюкозамин стоит $10.50. Ну, хочу сказать, выгодно. То есть одной такой баночки на 3 месяца. А так как глюкозамин необходимо употреблять достаточно продолжительное время, да, для того, чтобы был какой-то эффект, то есть чтобы суставы восстанавливались, то вообще рекомендуют снизить дозировку и лучше увеличить продолжительность. То есть можно по одной капсуле принимать полгода. То есть это на год курс глюкозамина отличного качества. Вот. Учитывая, что 2 эти баночки стоят $21, я думаю, это очень выгодно по сравнению с тирофлексами, которые продаются в наших аптеках с бешеной стоимостью. Лецитин в гранулах. Лецитин – это вообще базовая добавка, которую необходимо принимать всем на протяжении всей жизни. Ну, единственное, что вы можете, конечно, из пищи получать лецитин, его очень много в яйцах. Ну, как бы, если вы столько яиц не можете съесть, то хорошая альтернатива, потому что лецитин нам нужен, это источник фосфолипидов, очень необходимых в каждой клетке нашего организма, особенно мозгу, сердцу, печени. Вот, поэтому, я себе всегда беру вот такой лецитин, это, конечно, лецитин соевый, здесь нет пометки, что он не ГМО, вот, но он очень выгодный, $8.91 стоит эта баночка, при том, что здесь 454 грамма, на вкус он достаточно приятный,
Здесь написано 15 грамм дозировка, но я так много не употребляю. Где-то одну чайную ложку вполне достаточно. Лецитина в день, по утрам можно на стакан кефира. Очень неплохо вот как раз с кефиром он употребляется. Акционный тоже товар. CoQ10, коэнзим молодости. 100 миллиграмм, как раз дозировка такая. Вы, кстати, вот обратите внимание, в наших аптеках продается коэнзим Q10, но при этом у него дозировка идет 30 миллиграмм. Это очень мало для взрослого человека. Ну, молодым можно употреблять. Так, для галочки. Ну, а людям старшего возраста, у которых уже выработка коэнзима уменьшается, да, снижается, необходимо употреблять уже в дозировке 100 миллиграмм. А людям, имеющим сердечно-сосудистые какие-то заболевания, вообще проблемы с сердцем, то необходимо принимать 200 миллиграмм коэнзима Q10 в сутки. Вот. Здесь идет, конечно, в дозировке одна капсула в день, но, как я уже сказала, можно до 200 миллиграмм. Я даже видела коэнзим Q10 с дозировкой 400 миллиграмм в день, но это уже в тяжелых случаях. В общем, для обычного человека достаточно 100 миллиграмм коэнзима Q10. При цене в 1 доллар это очень выгодная покупка. Вот, 30 капсул, то есть месячный курс. Serenity формула тоже от Natural Factors. Это успокаивающий и акцентирующий внимание на нужных вещах, я бы так сказала, комплекс. Сенсорилом, это ашваганда экстракт. Элеутера – это типа женьшень. Экстракт лаванды успокаивающий, радиолы экстракт. В общем, девочка заказывает уже второй раз. Принимать необходимо 1-2 капсулы 2 раза в день. Ну, конечно, такое средство лучше принимать перед сном, да, для того, чтобы вы хорошо заснули, для того, чтобы не было какой-то заторможенности, особенно если вы только начали его принимать, то лучше на ночь, чтобы, особенно если вы водите автомобиль, да, чтобы не было проблем на дороге. Вот. Я не употребляю такие средства, поэтому ничего не могу сказать по его действию. Вот. Ну, так как это средство успокоительное, я думаю, сонливость может давать, поэтому обязательно нужно начать с приема на ночь. Потом, если есть необходимость, уже добавить утренний прием, потому что здесь все-таки почти до 4 капсул в день. Стоимость его 12 долларов 57 центов за 60 капсул, то есть не слишком дешево. Но так как девочка заказывает второй раз, я думаю, средство действенное. Дальше, раз уже заговорили про сон, вот такой мелатонин заказали у меня в этот раз. Это мелатонин 21 век, 10 миллиграмм дозировка, достаточно, кстати, высокая. Обычно дозировку я встречала 3 миллиграмма, 5 миллиграмм, 1 миллиграмм, здесь же 10 миллиграмм, это такая убойная, я бы сказала, с ароматом вишни. Значит, принимать его необходимо как раз вот уже точно перед сном, за 30 минут перед сном написано положить под язык на 15-30 секунд, да, ну, в общем, и рассасывать его. Такое, запивать не надо, как раз отлично для тех, кто не хочет ночью вставать в туалет. Положил под язык и через полчаса отлично заснул. Мелатонин это такое безвредное снотворное, поэтому как бы самое, наверное, безобидное. Цена этого мелатонина, при том, что здесь 120 капсул, 7 долларов 49 центов. Цена же этого мелатонина 90 капсул, но это уже Natural Factors, поэтому он чуть-чуть подороже, 5 долларов 57 центов. Ну, он дешевле по сравнению с той баночкой, но учитывая, что здесь всего 90 капсул, получается, как бы и дозировка меньше, то как бы чуть подороже. Дальше заказали у меня еще цинк. Вот такой оптицинк 30 миллиграмм в хелатной форме фирма Solaray. Он стоит 4 доллара 65 центов. И этот цинк 50 уже миллиграмм, 110 таблеток. 8 долларов 96 центов. Ну, за счет количества таблеток у него больше. Так, цинк здесь в хелатной форме, это очень радует. Плюс дозировка больше, да.
Вот. Но фирма 21 век, она достаточно такая дешевая фирма. Они все иногда экономят на составляющих. Очень часто у них такие плохо усваиваемые формы. Но в этот раз цинк, видите, хелатный положили. Цинк вообще очень полезен для мужчин, для простаты, если есть проблемы. Вот. Женщинам тоже при многих он проблемах помогает. В общем, ну, я считаю, что если вы хотите попить цинк, то для этого должна быть причина. То есть это не то средство, которое нужно употреблять. Типа, о, я попью-ка я цинка, да. Все-таки нужно иметь причины для того, чтобы принимать вот такие вот дозы. Учитывайте, что, допустим, 30 миллиграмм это 200%, да, то есть 15 миллиграмм это суточная дозировка, то 50 миллиграмм это уже все-таки хорошая такая передозировка цинка, можно сказать. Кстати, в составе есть витамин В6, 20 миллиграмм это 1000%. Вообще В6 очень хороший витаминчик, особенно для женщин с проблемами там гормонального фона. Дальше вот такой селен, 200 микрограмм в капсуле, футуребиотик, то есть здесь уже стеклянная баночка идет, такая хорошая упаковочка. Глицинатный комплекс, то есть хорошо усваиваемые амино, в общем, связи с аминокислотами идет. Принимать одну капсулу, 286% селена. Тоже необходимо знать, что у вас действительно проблемы, да, что вам не хватает этого селена. Не думаю, что стоит вот так вот принимать его для профилактики. Значит, $4.96. И ванадий с хромом. Это заказала мне девочка для мамы с диабетом. Два в одном. И хром, да, тут я смотрю, хром полиникотинатной форме. 200 микрограмм и 1 миллиграмм ванадиума, тоже аминокислотная, хелатная, в общем, форма. 90 таблеток ванадиума, $5.54. Ну, в общем, добавочки недорогие, хотя вот хром необходимо принимать диабетикам по 2 таблетки. Что здесь в инструкции написано? Одна таблетка ежедневно с едой. Ну, для диабетиков, конечно, можно принимать 2 таблетки хрома, то есть 400 микрограмм это как раз дозировка для диабетиков. Вот. Ну, по-моему, последняя баночка это витамины Сентри фирмы 21 век для взрослых, 300 таблеток, такая выгодная банка, одну таблетку в день необходимо принимать. Стоит она при этом $10.11, практически везде 100% дозировки. Есть каких-то там не сильно, там 20-13%, смотрю. Но что плохо, что состав достаточно богатый, да, очень много микроэлементов, если видно. Но формы вообще, смотрю, самые дешевые, оксидные в основном, хлорид. Хелатных форм вообще не вижу. В общем, ну, такие дешевые, в общем, витамины. Если вы особо не паритесь, чем купить у нас в аптеке за ту же цену, допустим, на месяц, то тут на 10 месяцев вообще супер цена. Для тех, кто не парится и по поводу натуральности витаминов. Я же более склонна более к мультивитаминам такого натурального происхождения. Если они не натурального, то должны обязательно хелатные формы, потому что они лучше усваиваются и намного эффективнее действует. Все, всем спасибо за внимание. Обязательно подписываемся на канал, потому что видео так уже огромных размеров. Дальше нет смысла ничего рассказывать. Уже я даже не знаю, кто-то дошел до этих слов или нет. Ставим лайки, подписываемся на канал. Находите меня в Одноклассниках, ВКонтакте. Можете со мной там побеседовать, обсудить какие-то наболевшие вопросы. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.